А на диван залезешь? А на диван сюда залезешь? Кажи, залезу. Этот кроха-боец и везунчик. В начале октября беззащитный рыжий комок на одном из участков Чкалова нашла наша телезрительница Евгения Чистова. Котенок плакал, практически не двигал задними лапками, но доверие к людям не терял. Евгения рассказывала, мурлыкал, кушал с аппетитом. На помощь маленькому другу пришел зоозащитник Сергей Шахторин. Уже в Перми стало ясно, в котенка стреляли из пневматики. В теле обнаружили 9 пуль. 2 застряли в позвоночнике. Ну пошли. Есть? Подожди. Кушать будем? Сергей Шахторин вместе с пермскими ветеринарами взялись за спасение котенка. Это сейчас он лихо запрыгивает на кровать ради вкусной еды, а недавно даже задние лапы поднять не мог. Больше всех пострадала правая. Пули вытащили и начали лечить. Рыжий друг даже получил символичную кличку «Патрон». На данный момент у нас большие подвижки в плане чувствительности обеих задних лап. И уже в конце прошлой недели он мог опираться и подтягивать свою самую слабую правую лапу. Реабилитация прошла медикаментозно, использовался дополнительно массаж и плавание. Сейчас Патрон ласковый и игривый котик, бегает по квартире, гоняется за мячиком. И вот уже несколько дней, как кроха осваивается в новой пушистой семье. Как сказал Сергей, Патрона забрала семейная пара с ребенком. У них уже есть 2 котика, и нашего рыжего везунчика они тепло приняли. Елена Силакова, новости Верхнекамья.